Семейка! Однажды грузовик-самосвал ехал по дороге, но наткнулся на огромную яму. Ой, что же делать? Мусоровоз тоже хотел проехать, но не тут-то было. Яма слишком большая. Не прохожу. Грузовички решили посоветоваться. Что же будем делать? Может, позовем синего трактора? Да, отличная идея. Он нам поможет. А вот и он. Привет! Синий трактор спешит к вам на помощь. Что тут у вас? Яма? Ого! Надо же, какая большая яма! Но я с ней легко управлюсь. Смотрите! Вот так! Закапываем! Я еще и разровнять могу. Вот. Принимайте работу. Большая яма закопана. Я справился с ней. Вот так. Зовите еще. Я был рад вам помочь. Всем пока. Ну все, можно ехать. Спасибо синему трактору. Всем пока. Ребята, надеюсь, вам понравился ролик. Увидимся. Всем пока!